Я беременна. Нельзя. Целоваться нельзя, обниматься нельзя. По телевизору покажут. Желаю вам всех благ. Побольше детей. Больше, ну, детей-то ладно. Ну, да, мальчика-девочку и еще мальчик. Вот. Самочувствие, здоровье. Ну, всех благ, что судьба пожелает. За молодых. За молодых, конечно. Ой, молодожены. А кто? А кто? Вот. Ну я красавец, Анжелка. Анжелка я. Петровна, Анжела. А, наливай. Понял. Побольше. Это Кончита Вюрст. Смотрели Евровидение? На счастье, да, правильно. Вы смотрели Евровидение последнее? Как вы относитесь к творчеству Кончиты Вюрст? Подал? Кончита Вюрст победила. Как вы относитесь к творчеству Кончиты Вюрст? А в хоккее наши, по-моему, победили. Да. Хоккей наши. Выпьем за Кончиту Вюрст. За вас, молодых. За молодых. Счастье. Так это вчера у вас? У нас вчера, да. Так у вас позже. Не, а когда это будет? По телеку выпуск в пятницу. В пятницу, в 7 вечера. Выпуск. Телевидение НТК. Есть у вас канал НТК? Этот. Ну, спутниковый. А это. Нету крышки. Финя стоит. Дайте напутственное слово. Молодым. Дайте напутственное слово молодым, да. И ответьте молодым на вопрос. Я... Кто кого должен обнимать в постели? Обязательно. В постели молодой или она? Кто из них? А кто из них? Они вместе должны обниматься. И... Ага. Ты где так делаешь? Классный ответ. А, ну а как? Отличный ответ. Отлично. И еще напутственное слово невесте. Скажите, какое давление в шинах должно быть в автомобиле? Дядька, вы что это типаешь? Я тебе сейчас скажу. 2,2. О, отлично. Теорему Пифагора помните? Ой, это школу надо вспоминать. Это пожалуйста, вспомни. Так, дальше. Подожди. Пропускаем. Можно ли ездить пьяным за рулем и на каких видах транспорта? Нет, конечно. А на каких можно? Девочек ждем. На лошади. А вы дорогу не знаете. А если легнет? Сколько это стоит? Какой хозяин? Мы закусить дадим. А. Ты что, обиднее будешь? Нет. Теперь еще один вопрос, скажите, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству Андрея Малахова? Держи, апельсин. Да ему карманчик, послушай. Замечательно. Да пусть. Хорошо. А вы... этот Малахов? Чатлахов. Не знаю, как... Хороший вот парень. Там... Че вы там лазите? Закуску вам даем. Кого? И еще ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как вы относитесь к творчеству Елены Малышевой? И смотрите ли вы все выпуски «Здоровье плюс»? Все, да, сканально. Анжела Петровна. Ты не тычи этот, палкой возле лица. Дядя, выпивай и заканчиваем. Все. Технику накупили. Еще скажите, как... Еще как Анжела и Тадж Махат Бадаландабад. О, да я этих вообще не знаю. Тадж Махал Бадаландабад. Повторите. Данжи Балхат. Баландабада. Мандал Бахат Бахат Мандал Бахат. Ну выпивайте, а то Малахов не простит. Ой. Уже наши пришли. Так Махалова чьи это? Боже мой. Ну ладно, не надо, это. Не надо. Может, Махалова, сюда, не Махалова. А вот машина, слышишь? Вот машина, ложите. Ложите. Махал чехла. Махала. Ложите. Девочки, ложите. И пожелайте Зурабу Церетели, чтобы он жил и развивался в органах местных самоуправления и власти. Дай Боже. Желаю. Дай Боже, желаю всем. 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 Я желаю. И добра желаю. Счастья.
веселья, добра. Еще что? Там что-то есть. Все же.